До 2 лет тюрьмы грозит жителю Нягани. На днях мужчина пошел в магазин за продуктами, но увидев, что в торговом зале никого нет, набрал подарков для всей семьи. Детям мороженое, жене нижнее белье и парфюм. Не забыл и про себя, прихватив шуруповерт. Со всем этим собирался уйти, не заплатив. Общая сумма презентов составила 7 тысяч рублей. Вот только подарки он домой так и не донес, попав в руки полицейских. Вещи изъяли. На Несуна завели уголовное дело, ему может грозить до 2 лет лишения свободы.